Меня зовут Франсуа Модеме. Я родился во Франции, но я уже живу в Донецке 8 лет. Я приехал в 15-м году, но когда, понимаете, все события начались. Просто хотел посмотреть своими глазами и решил остаться. Дальше я остался, и в 16-м году я начал петь и работать в Донецкой филармонии. Теперь я, конечно, в Мариуполе уже месяц, и я хочу всем сказать, что все будет хорошо. Здесь 60 человек жили. Мы их эвакуировали 2 дня назад, а вообще в квартале 120 гражданских лиц мы нашли и эвакуировали. Здесь для них, например, это была кухня, чтобы вы поняли. Азовцы здесь, они еще успели до нас вот, влезть в этих подвалах с гранатами в руках и, короче, взяли заложников алеаторно. И уехали там в завод. Вы эвакуируете, Франсуа, да, вот людей? Это сейчас моя вторая главная задача. Да. Кормить, найти воду. Приносить воду? Да, приносить своим ребятам и тоже мирным лицам воду, вот. Это обеспечение тоже амуниции, рации, все то, что нам надо, чтобы тоже дальше воевать. Хотя я в Донецке певец, здесь я все-таки исполняю все команды, как простой солдат. Так что, сколько надо, сколько и здесь я буду. Но я думаю, все это скоро закончится. Защищать Донбасс, это защищать русских. У меня с собой сейчас 5 человек. Мирных людей. Я их сейчас отвезу там, где безопасно. Поехали. Так, мы приехали. Спасибо большое. Мы приехали. Со мной 5 человек. Они сейчас на блокпосту. Там будет автобус и эвакуация. Без имени. Все хорошо, да? Да. Все будет хорошо. Больше не бойся. Спасибо, Россия. Вы понимаете, вот когда все началось в 2014 году и все события, мы во Франции посмотрели издалека, и нам было страшно и непонятно. Хотели с наследниками русских иммигрантов своими глазами посмотреть, и мы приехали в конце концов в начале 2015 года. Мы думали, мы будем вот только просто там 2 недели просто посмотреть, а оказывается, мы решили остаться, потому что менталитет, потому что задачи, потому что перспективы для нас были интересными. И я, конечно, ни о чем не жалею. Я сразу попал в ополчение, познакомился с Абхазом, а дальше познакомился еще с замечательными людьми и оказался певцом в Донецкой филармонии. Это просто замечательно быть в Донецке, потому что люди там замечательные. Как ты относишься к мирным украинским людям? Ну, это очень сложный вопрос. Я думаю, что нормально отношусь. Я, конечно, у меня нет никаких претензий. Но это очень непростой вопрос, потому что вы понимаете, что 80% украинского населения – это русские, я считаю. Это русские, это люди русского происхождения. Так что я, конечно, хорошо отношусь ко всем. Националисты Азова и им подобных организаций. Тоже очень тяжелый вопрос, понимаете, эти люди себя очень плохо ведут во все, и даже к своим ребятам и к гражданским лицам. Мне очень жаль, что люди могут там попасть и думать, что это правильное решение. О чем мечтаю? Ну, о больших гастролях в Донецкой области.
обратись, пожалуйста, к жителям Донецкой Народной Республики. Ну, я хочу вам сказать, что я вас всех люблю, обнимаю крепко. Я надеюсь, что у вас сейчас все хорошо, и что завтра, и что через месяц все будет лучше. Понимаете, я думаю, что наконец все это закончится, и победа за нами.